Вы кто? Я вас не звал. Мы цыгане, грабить тебя пришли. Он так шутит. ДКВ-6, а ты кто? Понятно. Я профессор Парадокс. Умею управлять временем. Могу увидеть прошлое и будущее. Тебе погадать? Не, мы хотим попасть в свой мир. А, тебе нужно собрать портал. Чтобы его собрать, тебе нужно три вещи. Древний череп, синий факел и камень будущего. Понятно. Спасибо. Тебе туда. Без будете, я принес череп. Давай сюда череп. Он дает тебе силовое поле. Отправляйся в Первую мировую, факелу немца. Что? Отправимся. Ты кто? КВ-6. Понятно. Там кто-то дерется с немцами. Он огромен.
Довольно! Довольно драться! Профессор? Штурмпанзерваген, отдай факел КВ-6! Ну, хорошо. Он мой друг. Я сделал его боссом прошлого. Почему нельзя было раньше? Давай факел. Отлично выглядишь. Ладно, ты тратишь мое время. Хочу тебя познакомить с моим новым другом. Каким еще другом? Встречай, трепещи! Land Cruiser 1500 Monster! Вот это смерть чистую.